Сезон охоты на кроликов. Шш, нужно очень тихо. Я охотюсь на кроликов. Сезон охоты на уток. На кроликов. Я утка с обостренным инстинктом самосохранения. Молись, кролик. Сейчас сезон охоты на кроликов. На уток. На кроликов. На уток. На кроликов. На кроликов. На уток огонь. Сзади попадает пуля. Угу. Страница 7. Вдачи попадает пуля. Страница 8. Вдачи попадает пуля. 5. Что с вами такое, люди? Мы больше не можем снимать такую ерунду, братья Уорнеры. Я живая легенда шоу-бизнеса. Я не должен вечно изображать идиота перед этим длинноухим морковным грызуном с неправильным прикусом. Что нового, док? Эй, Бобби, как жена? Привет, Чак. Тебе сделали славный носик. Спасибо, девочки. Мел, ты отлично переписал старика Вилли Шекспира. Чё это совещание? Это было круто. Прошу прощения. Взаимно. Друзья, я думаю, Дав прав. Наверное, я должен взять отпуск. Навещу племянниц и племянников. Их у меня 542 штуки. Простите, извините, но я не понимаю, как снимать картину с Баксом Банни в главной роли без Бакса Банни. А что вы, нет, просто невозможно снимать картину без Бакса Банни. Позвольте полюбоваться суть, вы достославная чья личная помощница? Кейт Хаттон, вице-президент по комедиям. Отлично. Кейт сделала фильм «Дети смертельного оружия», который я смогу наконец показать своим внукам. Это мои личные вещи из моего кабинета. У тебя нет кабинета. Уже нет. Грубо говоря, мое тело дрянь. Прошу, брат, другой брат. Ох, бессердечная волчица, помоги мне, умоляю. Я еще молод и полон сил. Мне рано списывать, я еще... Я провожу вас к выходу. Постой, я еще не пробовал ползать на брюхе, рвалять в суть и влизывать в задницу. Я еще... Вернемся к утке. Вы хотите, чтобы я избавился от нее? А? Ква-ква-ква-ква. Утка, да, вышвырните отсюда эту птицу. Я не могу. Почему это? Он смылся. Может быть, вам требуется подкрепление? Кого ты там, по-твоему, изображал? Ты сделал из меня полного придурка, парень! Мне жаль, что тебе не понравилось. Я просто пытался передать суть твоей личности. Если ты и дальше будешь так же кривляться, я с тобой разберусь. А я покажу тебе укус скупидура. Короче, есть некоторые проблемы, с которыми мы должны разобраться. Нет искренности, нет взаимопонимания, и по ходу дела никто ничему не учится. Как говорит Даффи, не суй голову под пропеллер. Его нет. Нет, Даффи всегда возвращается. Я просто скажу ему, что он мне нужен. Мы обнимемся, поплачем, и я уроню на него что-нибудь тяжелое.